То есть люди смогут получить токены проекта через поддержанную валюту и могут использовать их уже в соответствии с их требованиями. Одним щелчком мыши. Также давайте посмотрим на дорожную карту проекта. Дорожная карта у нас началась с конца 2018 года, да. Идет разработка проекта, далее выявление конкурентов и анализ рынка, а также все это у нас в 2018 году. Потом начинается потихонечку маркетинг и начинается уже ICO. Идут различные ICO раунды, различные аирдропы. И во втором квартале 2019 они планируют уже выйти на биржу. Также они появятся на CoinMarketCap, это все во втором квартале 2019. Ну и третьим они заводят новые партнерства и выпускают уже бета-версию платформ. Также уже начинают появляться различные приложения, где вы можете забронировать отели. Ну и также выпуск на Android и iOS. И это все у нас в 2019 году. То есть за 2019 год они планируют сделать очень много. Давайте теперь поговорим о ICO данного проекта. Также посмотрим